Generation B, горный факультет, пожалуйста. И команда, спасибо, команда «Партизан», Институт экономики. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, больше, да? Поддержка партизан. Это их партизанки. Почему девочек на заднем плане? Девчонки, выходите ближе к нам. Поддержим. Институт экономики. Как всегда, я не могу отметить тот факт, что очень тяжело первыми выступать. То бишь они взрывали наш КВН, поэтому еще раз аплодисменты. Команда партизан, Институт экономики. Ну и сейчас, конечно же, не секрет, кто знает Лешу Иванова, тот знает, какая команда будет сейчас выступать. Это «Пятый элемент», факультет строительной геотехнологии. Запухающая какая-то, знаете, бывает по наклонной вверх, а у нас по наклонной вниз поддержка для «Пятого элемента». Непонятно, поддержим! Поддержим, все. Все, ребята уже выступают, я бы микрофон. И начинаю. Вот, привет. Привет. Не, ну похлопайте им. Они же поубивают друг друга. Мы «Пятый элемент». Эй, народ, везде привет. Горный, мы «Пятый элемент». КВН, скажем так. Эй, вы там, а ну встали сюда. Ребята, подождите, я должен вам признаться. Я еврей. Ух ты! Ух ты! А ну покажи! Покажи штаны! О, пацаны, даю, да? Валер, ты чего? Ух ты! Валера, ну это же горняки, Валера. Так рядом. Ой, фу, Валера, фу, она же некрасивая. Некрасивых женщин не бывает. Бывают плохие сайты. Ребят, а кстати, на улицах города появились новые автомобили-стринги. Они врезаются за других автомобилей. Ребята, а вы знаете, что в аптеках города появилось новое средство? Антивиагра. Для спокойного и вдумчивого просмотра порнофильмов. Втроем в душ идем. Реклама Макдональдса в Днепропетровске. Весело и вкусно. А в туалет по чекам. А сейчас миниатюра «Семейный скандал». Сынок, это не ответ. Я тебя последний раз спрашиваю, так ты куришь или нет? Ты кто? Секрет. В Национальном горном университете установили новые аппараты для чистки обуви. И они уже пользуются большим успехом. Thank you.
Ты где? Слова! Немногие знают, что Буратино частенько любил подсматривать за Мальвиной в душе. И однажды она его спалила. А сейчас Бритни Спирс! Реклама Макдональдса в Павлограде. Весело и вкусно, а нету. Недавно в городе прошел конкурс рисунков на асфальте. И победила кошка, упавшая с 10 этажа. Макдональдс в деревне. Свободные счеты. Свободные счеты. Недавно кафедра иностранных языков Горного университета выпустила Англо-Днепропетровский разговорник. Hello. Здравствуйте. I work at the Armageddon shop. Я работаю на Озерке. Welcome to hell. Добро пожаловать на вещевой рынок. Hello, my friends. Здравствуйте, друзья. Какая нигерство. И горняки здесь. Oh my God. Здравствуйте, Юрий Тимофеевич. My name is Roma. My father is a driver. Подожди, это не по сценарию. Рома. I love rock and roll. Рома, смотрите, сколько народу. And I will dash me. Рома, get my satisfaction. Satisfaction. В мире столько загадочного и необычного. И чем больше Рома занимается боксом, тем больше для него загадочного и необычного. Пойдем, Рома, тренируем. После прошлой игры мы подарили Юрию Тимофеевичу Хоменко его портрет в образе супергероя. И на эту игру он решил нам ответить взаимностью и нарисовал нашу команду. Прошу. Вот и посмотрим. Юрий Тимофеевич, ну... Не, вообще не стоило, Очень интересно. Очень здорово. Два года работали, да? А мы не знали, что вы заканчивали художественную школу. Спасибо, Юрий Тимофеевич! А сейчас наша финальная песня. Весна опять пришла. Не, ну можете... Подожди, я понимал. Это другая. Лежит на сердце.